это мистика какая-то. Короче, опять, походу, накрылся вот этот редуктор. Ни хрена не хочет включаться. Стукнешь по нему, он заработает. Либо сильно нажмешь, то начинает фрезер работать. Народ, всем привет. У меня заказ опять Зеленоградск. Опять тот же клиент. Дом другой, но квартира точно такая же. Блин, и точно так же сломался кромочный фрезер. Точно такая же поломка. Это мистика. Короче, позавчера отвез кромочник в мастерскую, ну, куда я все время вожу. Вчера его делали. Вечером уже позвонили, сказали, вечером вчера сделают, утром можно будет забирать. Вот сейчас еду, буду забирать кромочник и вперед в Зеленоградск ставить двери. Ну что, приехал, пойдем заберем фрезер. Так, ну все, кромочник забрал, все работает. Можно ехать дальше ставить двери. Thank you.